Ладно, всем привет, это у нас прохождение Half-Life 2, просто первые, даже не эпизоды, а просто Half-Life 2 я ее должен пройти, если не пройду, то и хрен с ней. Вот. И мы идем в Half-Life 2. Работает? Да, работает. Так, хорошечно. Вот. Восточный чек. Я это просто промотнул немножко, потому что там у меня багалось, и я не мог пройти дальше. Вот. Это было очень обидно. Вот. Либо пройти так, либо никак. Привет. Так, это человек. Ага, ну естественно, это не, Расслабьтесь, вы в безопасности. Возможно. Вы должны извинить нас за сканирование. Мы не можем рисковать. Доктор Фримен? Здорово. Доктор Фримен? Это вы? Да. Вы добрались так быстро? Возможно. Представляю себе изумление и облегчение Элая. Да, ну все, обосрался. Я доктор Мосман, Джудит Мосман. Я слышала о вас задолго до инцидента с черной мезой. А тут можно стрелять? Меза. Я да. Так вам завидую, что вы работали с Элаем и Клайнером в них величия. Можно пройти. Так, теперь можно пройти. Ну, наконец-то. Ой. А можно? Простит, если я вас задержу. А, вы тут у нас, оказывается. Здорово. Рад познакомиться. Привет, да. Какой-то ты неразговорчивый, я более разговорчивый. Нам точно нужна дополнительная помощь. Эй, ты там это, б-б-б-б-бёха наша. Больше людей с твоим опытом. Ща как Кирочка эту хреначу. Мы близки к созданию надежной. Это то есть стену, да. Что пока недоступно альянсу. Старуха, полагает, что их портал давай быстрее. На струнном эффекте, как наш Калабиял. Но они не учли коэффициент уравнения темной энергии. Они могут телепортироваться из своей вселенной, но здесь уже зависит от местной транспортации. Внимание нашей работе с завихрением. Мне плевать. О, кстати, вот этот вот лифт, он да. Такой же, как послушайте и там. Меня, ну, в самом начале. Я говорю, как юная аспирант. Вы замечаете то, не что тут графика ухудшилась? Мы будем да вместе. Тихо ты. Все. Вот. Да. Так о чем это я? Ой. А, да. Доктор Клайнер добился такого зензжатия, что никто в чуров мезе не поверил. Мы выяснили, ой, как играют. Использовать зен в качестве скрытой оси для привет. Рывка через пространство. Готовят. Так что можно облететь вокруг да тихо. Конечного мира, блин. И вернуться, не пересекая местное пространство. О, нам сюда. Все, а вот у нас тут лайк. Эта графика хуже стала, потому что я перешел в обычную версию, потому что и апдейт смотри, она ломалась. Шлюзе. В шлюзе нашла. Дай-ка мне взглянуть на тебя. Старикан, господи, ты умрешь. Ты ни капли не изменился. Я тебе как по тебе твоей харе это погадал. Так, в последний раз я отправил тебя за помощью после каскадного резонанса. Ха, я и подумать не мог, что на это уйдет столько времени. А, вот сюда наша добро пришла. В лабораторию. Это а, вот эта вот херня, она, короче, это. Теперь она в первой вроде части была. Хоть я ее и не проходил. О, кстати, прикол в том, то, что если взять это SV-чиз, ой. Ну, короче, можно, если летать, то если мы вот туда вот полетим, в эту вот фигню, то тогда мы увидим гмена. Гмена мы увидим. Хедшот. Так, как там у нас сохранить? Вот так сохранить. Все сохранили. А можно влететь туда? Нет. Ух ты, какая прикольная машинка. То даже если я все буду ломать, вот так бить все, то они ничего мне не скажут. Оставили этот портал заработать, но я не стану винить тебя, если ты откажешься от еще. А как пойти выйти? Может тут пойти выйти? Нет. А где пойти выйти? И все. Мне кажется, это эту конторку быстро прикроют. Прикольно. Не знаем, для чего это. Алекс иногда приносит очень странные штуковины. Ага. Типа твои ноги, да? А может быть тут надо сломай? Ща она как валится на меня. Нам
нам, скорее всего, надо будет туда прийти. То есть, пойти. Я не знаю, что тут делать, А, наконец-то. О, Гордон! Привет. В Ортигонте сказали, что ты уже здесь. Невероятно. Ты шел пешком и так быстро добрался. Я думаю, он быстрее, чем ты летаешь. Но он это заслужил. Похоже, ты доказал, что сможешь о себе позаботиться. Нет ничего на свете, с чем бы Гордон не справился. Ну, разве что есть с тобой. Пап, пожалуйста. Какие-то шуточки взрослые, старикан. Старикашка, ты какашка. Во. Она смогла, а я нет. Я смог быстрее прийти сюда. Она смогла сделать то, что я не смог. Ух ты, херовинка. Ух ты, херовинка. Ну чё ты там? Все с этим понятно. Ой, делать мне нефиг. О, можно влезть? Ой, снова туда посмотрю, куда не... Не надо, да. Ой, а может... Эрёр. А чё... Я-то думала, ты на посту. В Ортигон-то отпустили меня, чтобы я смогла увидеть Гордона. В любом случае, я должна работать над порталом. Ремонтные работы под контролем. Кто-то недооценил Тристер Альянс. Ты обвиняешь меня? Да. Нет, вовсе нет. Проблема в расчетах, а не в оборудовании. Тогда, наверное, в следующий раз лучше доверить мне, не только установку, но и расчеты. Упал. Алекса, хватит же. А тут вроде... Мне кажется, ты притворяешься, будто не понимаешь меня. Алекс, почему бы тебе не научить Гордона обращаться... Ух ты, а что это у тебя такое за штучка? Электрошокер? Пошли, Гордон, немного повеселимся. Пойдем повеселимся, дай мне какую-нибудь крутую пушечку, которую я еще не знаю. Алекс. Пошли отсюда. Пошли, это прошлый век, вон там прошлый век, пока. Новый век. Мне кажется, нам кого-то сейчас предстоит. Знаком с доктором Мосман. Ну, я старикашка там еще, да. Ба! Ее о том, что это она должна была быть в тестовой камере черной местности. Into grenade. Извини, я не должна сплетничать за ее спиной. Да. Меня просто слегка мучает клаустрофобия. Открой дверь. А, не, нам не сюда. А, это она. Старая дорога в Ревенхольм. О, Ревенхольм. О, помню эту штуку. Ну чё, она там идет или как? Раньше она вела прямо в Ревенхольм. Мне плевать. Это был старый шахтерский городок, населенный беженцами из Сити-17. Ой, загрузочка. Поверь, сейчас что-то будет интересно. Этот туннель закрыт неспроста. Зомби там шляется. Вон зомбак. Пожалуйста. А, нет, это труба. Ну, она неспроста нам это рассказала. Нам придется идти, значит, в Ревенхольм этот ваш. Давай, идем. Кстати, мы скоро будем проходить The Walking Dead 4 сезон. Офигенный, правда. Мне он дико нравится. Кстати, еще когда я буду его проходить, мне интересно, я смогу ли надеть такую штуку на голову, которая ассоциируется с The Walking Dead? Ну, я не знаю. Это с наушниками или без? Открой мне дверь. Это вот все. Пришли. Кстати, надо будет ее зарядить, она ведь заряжается, потом она станет сильной и мощной. Это говорил отец. Можешь называть ее манипулятор энергетического поля на любом уровне. Короче, гравий, короче. Но мы в основном используем... Что-то ее так держишь, как будто это гантель. Ну-ка, дай мне. Видишь, она такая легенькая. И можно сильно толкать предметы. А можно тебя толкнуть? Оказалось, что это удобно для разминирования. А тебя нельзя толкать, ты чё? Ты что, тяжеловес? Бэм! Спасибо, что рассказала. О, да. Вот. Вот это мощь. Ну и чё? Я все ручками обычно делал. А еще можно подтянуть далекий предмет. А понятно. Нет? О!
Пунали. А куда погнали? Так, где твоя псина наша любимая? Вроде... Во! Эй, псина, привет. Так, где наша... Наша херовинка, где она? Которую мы будем кидать. Привет, пёсик, ути-пути, какой маленький, ой, какой милый. Привет. Хороший пёсик. Ути-пути, какой. Мой отец сделал его для меня, когда я была ребенком. Первая модель была вот такусенькая. Но я его немного нарастила, да, пёсик? Ну, такусенькая. Хорошо, пёс, поиграй с Гордоном. Поиграй с Гордоном, а он как под... Поддаст и вылетит. А я так и знал, что она там что-то достанет. А, не? А, оттуда достанет. Ой. Кидай мне еще ящичек. Бросай еще, пес. Раскомандовалась. А у него такая же, что ли, грави-пушка есть? Еще раз, пес. Ты пса тренируешь или меня все-таки с гравипушкой? Тебе кто важен, я или пес? Пес, принеси мячик! Наконец-то. А твою башку можно ломать что-нибудь. О, мячик, достань мне мячик. А, во мячик. Вот эта фиговина. Оба! Та-да! Пошел туда. Беги. О, как удобно. А он зарядит, не? Это вроде как опасная хрень. Она вроде дерется. Фигачу выдал, видели, да? А туда можно? Где твой мяч, пес? Я сказала, что пес любит команду Апорт. Но я же не говорил, кто будет ее выполнять. И че, она типа возвращается. Охренеть. На! Он кидается всем, что попало. А если мы его киданем туда? Он вернется? Ух ты! Там чё? О, не. Брось это! Мне аж страшно стало. Мне что-то подсказывает. Оу. Оу. Эй, бабёх, ты куда? А я? Ты чё, стопэ? Я с мячиком сюда. Слышно? Плохо. Алекс, дорогуша. Что там происходит? Алекс, где ты? Тебя сейчас мы застряли в шлюзе мусорного отсека. Мусорного? Ясно, теперь они намекают, кто мы. Мы двое должны пойти. Не идите через раф. Папа? Ривенхольм. Черт, пес, открой шлюз. Вытащи нас отсюда. Открой шлюзик, открой. А что это у него там в мозгах? Как он понимает? Давай, Гордон. А мой мяч? А мой мяч? А мой мячик? Сейчас. Нет. Не успею. Гордон, тебе нужно уходить отсюда. Я не могу бросить отца. Текаем, короче, погнали. Проводи Гордона в Ревенхольмский туннель и вернись ко мне. Быстрее.
Но он же говорил через Ривенхольм не ходить. Он ведь сказал тебе, чувак. Спасибо, конечно, все, пока. Сейчас тут будет загрузка, потому что тут они любят ставить загрузки. Да, тут, скорее всего, какая-нибудь загрузка будет. Ой. Ох, это крабик. Привет. И чё? А, типа тут подняться, да? Нет? А как запустить это, эту хрень? Далековато. Нет! О, да. Зачем через Ривенхольм ходить? Тут такой звук был. Иди туда. А он будет за мной переть. Однако, да. Люблю такие шарики, они такие миленькие, только главное, чтобы электричеством не шарахнули, а то это будет больно. О. А если бы она не записывалась, то я бы точно просто бы ее через прогиб кинул. Смешно. Ладно, идем дальше. Хорош. Ривенхольм. Это все, погнали. Пошло, поехало. О! Ого, батя. Бра. А где наш мяч? Я думал, это мяч. А это у нас фиговина какая. Ладно. Был мячик, да не, нету мячика. О, я знаю, чем мы будем заниматься. О-о-о. Вот эту фигню я пытался пронести подальше. Сейчас мы возьмем еще одну штуку. Вот эту штуку просто удовольствие грохать этих зомбей. Нашу железку. Кар-кар, да. Дичь не неси, братан. О, Дэми, мяу. Они, оказывается, тупые. Ладно, чтоб не няни, это, ну, то есть, не те, которые тупые, а те, которые... О. Пошло, поехало. Пошло. Тут херовенько. Смешно. О, вот это я понимаю. Вот как удобно. Ой, лови. Ты чё толкаешься, старикан?
Да, не очень любим это место. Один чел это Ривенхой. Один чел, вот этот Ривенхольм, он, короче, его проходил, короче, так, быстро, короче. Я подумал. Слышь, злобный житель Ривенхольма, сделай одолжение. Не делай одолжений. Это... Еще одна метущаяся душа? Возможно. Я присмотрю за тобой. Больше я ничего не могу ответить. Нас зажали в угол. Ударит. Блин. Мы, походу, себя зажали в угол. А! Пошло! А! Пошло, поехал. О, зомбарик. Доброе утро. Да, ты чё? Ну, револьвер я не очень люблю, но... Ва, как удобно. Вы прикиньте, вы такой сидите, чилите, и вдруг бам, это взрывается нафиг. А, так мы тут были. Откроем. Мы не можем открыть. Здравствуйте, господин. Мы тут это решили. Отдохните. Продается свинец. За 1000 за килограмм. Внимание, крови обнаружено УВИ. Система жизнеобеспечения включена. А, надо хилануться. Отломилась. Ой. Ладно, пойдем. Пойдем, поедем. Херня. Ой, извините, тут меня звонят. Только нам плевать. О, нет. Брат мой. Спасибо, конечно. Используй мои ловушки, но смотри, сам не попадись в них. Понятно. В Ревенхолме нужно быть бдительным. Куда идти? Ладно, бдительным... Бом-бом. А это взрывается? Да. Все? Прекрасно. Он пытался в меня кинуть дом. Ладно, сохраним игру.
Все, спасибо за просмотр. Все, следующую серию смотрите, если еще не смотрели. Значит, всем спасибо за просмотр. Пока.